Мы увеличили присутствие НАТО в Черноморском регионе, и мы тесно сотрудничаем с Украиной и Грузией, как с партнерами, потому что мы видели, что Россия нарушала территориальную целостность и суверенитет этих двух стран. Незаконная аннексия Крыма и присутствие российских войск в частях, фактически признанных территориями Грузии. Мы продолжаем усиление нашей политической и практической поддержки. Мы видим, Россия наращивает свое военное присутствие и не только в Крыму. Поэтому нам нужно дальнейшее укрепление нашего присутствия в регионе.